Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и сегодня мы продолжаем смотреть игры, которые будем проходить на стримчике. 100 дней выживания при максимальной сложности, без смерти. И сегодня посмотрим Зомби Апокалипсис. Интересная игра, State of Decay 2, насколько она будет интересна, если там цикл дня и ночи. Мы сегодня посмотрим. Тебе приятного просмотра, и не забудь взять пачку попкорна. А мы уже начинаем. Наша первая задача — выбрать персонажа. А мы выбираем походу сразу напарника себе. То есть мы можем выбрать из каких-то определенных. И у каждого есть свои навыки. Мой друг, не забудь главное, в описании есть весь список игр 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Полный список есть в описании. Смотри, спускайся и пиши в комментарии, в какую игру мне поиграть. И если нет игры, в которую ты хотел поиграл, чтобы я... Нет ее в списке, пиши ее в комментарии. Я все читаю, все смотрю и, конечно, все разберем. Ну, сегодня смотрим Зомби Апокалипсис. И какую, интересно, пару мне взять. А я не буду смотреть все вот эти плюхи, их не... Нет, не буду смотреть. Мне, знаешь, главное — внешность. Вот, брутальный чувак и темнокожая красавица. А как зовут, мне без разницы. Вот есть два чувака. Кстати, можно взять двух чуваков. Не буду смотреть, какие у них плюхи. Просто берем их и смотрим. Есть ли цикл дня, день и ночь, и насколько она интересна. Насколько интересен геймплей. Так, мы уже... Я принимаю этих двоих. А, выбрать. Не стой на месте. Бегом, бегом, бегом. Начало довольно обычное. Мы убегаем от зомби и появляемся где-то. А вместе с напарником можно пообщаться с ним. Мне интересно, знаете, чтобы можно было создать какой-то лагерь. А, можно спринт делать, левый shift и вперед. У нас есть какое-то оружие, интерфейс есть. Я сразу пробую, что-то есть. Есть у нас ножик, есть бейсбольная бита. У каждого оружия есть своя характеристика. Это, конечно, интересно. И, конечно, прокачать можно будет, либо нет. Мне, чтобы геймплей был интересен, не проживать 100 дней при максимальной сложности, без смертей, хочется во что-то интересное. И мой друг, тебе тоже смотреть хочется интересное! Зомби, зомби, зомби. Напарник мой помогает, это здорово. А, чувствуется. Игрок чувствует зомби, это тоже плюс к игре. Так они общаются между собой. У нас есть солнце, возможно, она сядет. Возможно, по геймплею. Можно что-то искать еще. Мы посмотрим, что за игра все-таки сегодня. А, как обыскать, кстати? А, поиск, поиск. Нажимаем Е. Можно быстрый поиск, а можно долгий поиск. Ну, давай, долгий поиск найдет, наверное, гораздо больше предметов, чем быстрый поиск. Так, мы что-то нашли. А, бинты. Так, забираем с собой. Использовать бинты, их можно использовать. У нас есть жизни. Синяя полоска и красная. Возможно, красная полоска — это наш персонаж. Какой жирный зомби там. Так, у нас есть ножик еще. Ух, ух, ужесть. Как он его режет, обалдеть. А много припасов, кстати, много припасов. Да, приятная механика борьбы. А убивает зомби довольно, знаете, приятно. Так, напарник ничего не ищет. Я все делаю сам. Он, походу, у нас бессмертный. Но это навряд ли, конечно. Все дело забираем, можно использовать аптечку. А, что это он такой у нас? Там еще есть зомби. Мне нужно, по идее, знаешь, оружие. Мне нужно какое-то оружие. У меня уже бейсбольная бита сломана. Нужно, по идее, чинить уже. А в сумке у нас что-то находится в карманах. Для восстановления энергии. Это у нас энергия. Вон есть много всяких плюшек, есть много интересных ящиков. Можно левый shift, быстрый поиск. Что мы нашли? Ни черта не нашли. Поищем подольше, посмотрим, что у нас в ящике. Там есть зомби, у меня остался буквально один ножик. Там есть три зомби. Но мой напарник будет мне помогать, как я понимаю.
А мы взяли бинты. Конечно, пригодится, все дело забираем. Чанки пока ничего нету. Так, мне нужно оружие. Мне нужно оружие. Парень тоже нападает, и я поможу по луке. Да, можно помогать, это реально удобно. Прям в спину. Так, а можно как-то использовать камеру? Так, можно присесть, смотри, можно присесть. Можно сделать какой-то кувырок, кстати. А он тоже присел. Он делает то, что практически и мы делаем. Так, забираем здесь. Пока зомби нас не трогают, нужно шмонать все ящики и смотреть, что там полезное. Аптечка. Оружие какое-то. Мне нужно какое-то оружие. Понятно, огнестрел здесь не будет. Много огнестрел здесь не будет. Так, зомби, походу, меня уже увидел. Так, можно с ним поговорить о чем-то? А, можно поговорить. Как зомби пали в лагерь? Надо набрать припасов. Так, набираем припасов и уходим отсюда. Так, первый нападать нужно, как я понимаю. Нужно на первый нападать сразу же. Пока он не очухался, нужно бить его сразу же. О, нужно повалить. О, лег. Лег и отдыхает. Мне как-то здесь не по себе. Мне тоже не по себе. Мне нужно еще, конечно, что-то найти здесь интересное. У меня пока нет оружия. Мне нужно еще какое-то оружие. Сломалась бейсбольная бита. Кстати, на карте у нас не показаны зомби. Или показаны, я не заметил. Сейчас увидим зомби и посмотрим по карте. О, есть оружие. Это хорошо, есть оружие. И можно, конечно, его использовать. А где она, кстати? Нужно вот сюда поменять его. Так, нужно использовать F. Да, F меняется. Все, есть теперь оружие, оружие у нас. А, стрельба. Вещь, мешок. Так, окей. Да, есть оружие. Много всяких ящиков. Можно их шмонать. Пока мы идем куда-то вперед. Все понятно по сюжету. Ну, мне интересно понять. Есть ли цикл дня и ночи, чтобы определять, когда прошел день. Чтобы, конечно, делать галочку. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей в эту игру на стримчике. Все игры есть в описании. Там большой список, мой друг, выбирай. Пиши в комментариях, в какую игру нам поиграть на стримчике. Так, есть у нас на радаре вопросительный знак. Да, нужны продукты. Нужна вода. Так, еда уже есть. Так, вижу зомби. А, вижу, на радаре появился зомби. Да, появился, и нужно помогать своему, конечно же. Ух, добиваем, добиваем его. Как красиво добил-то. Ух, размазал просто черепушку. Сразу бегом, бегом, и сразу нужно повалить его и добивать уже его. Интересно, а показывает, сколько здесь я убил зомби? В конце игры посмотреть, сколько я убил зомби за всю игру. Если, конечно, мой друг, ты выберешь эту игру для стримчика, 100 дней выживания. А есть мягкие тени, есть солнце, есть довольно приятная графика. Очень приятная графика. Мы куда-то пришли. А, кстати, у нас есть фонарик на F, я вижу. Ну, давай заходим. Мы заходим в какой-то дом, помещение. Да, у нас есть фонарик. Central booking? Посмотрим, что здесь есть интересное посмотреть. Можно поговорить со своим напарником. Какие-то... Спросить что-то. Жесткое место. Жуткое место. Мы пока еще вроде безопасности. Идем дальше. Идем дальше. Закрыто. Открою. Воу-в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 оу! Воу, какой-то... Обалдеть, это что за зомби какой-то был? Он вылез отсюда! Полная жуть. Так, здесь можно посмотреть. Напарник просто стоит и даже не идет дальше. Так, есть какие-то записки. Yo, check out these rules.
You would have hated it here. Shit, this bite is really itching. You act like you never got bit before. Что, укусил тебя? Сильно зудит? Whoa, what the hell happened here? Так, на карте показаны какие-то красные отметки, я вижу. А можно, по идее, зайти туда? Погоди, там, есть зомби. Так, поможем напарнику. Так, добиваем зомби. Лево shift. О, красиво, комбо. Да можно, по идее, добить. Вот так, лево контр держим. И с одного удара добиваем так зомби. Ух, жуть. Да, зомби-апокалипсис всегда интересно. Но если строить здесь базу какую-то, то намного будет интереснее. Только, конечно, долго ищет. Долго ищет всякие припасы. Так, походу, мачете. Да, мачете. У нас есть мачете. Можно его использовать, наверное, за место ножа. А, так, вот мачете. А, по идее, только вот сюда. Это крупное оружие, это мелкое оружие. Да, используем мачете. Так, здесь ничего интересного нету. А, нет, погоди, что-то есть. Это у нас, возможно, аптечка. This is useful, but it won't do anything for that fever. Так, и тут много зомби. А можно присесть это? Да, можно присесть и пройти все дело. Присядь. Так, выключаем фонарик. А можно по стелсу сделать все дело. О, ух, жесть! Обалдеть! Красиво сделано. Одиночные зомби, нужно их убивать очень по-тихому. Так, держим контр, подходим сзади. У зомби ничего забрать нельзя. Ну, по идее, это были люди. И что должно быть в карманах точно. Воу-воу-воу-воу-воу. Самый опасный зомби, походу. Хороший выстрел. Так, нужно наверх. Либо наверх, либо мочить всех зомби. Мачете реально рулит. Маленько побили. А, перепрыгивая через определенные объекты. А, наверх, наверх. Где мой напарник? Он снизу или сверху уже? Он уже сверху. What are you doing here? This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah, normal meds won't help. Better head to the S&B. And pray the doc still has what you need. Нашего напарника укусили зомби. И нужно мне идти, по идее, куда-то вон туда. Так, спускаемся вниз. Нам нужно идти к доктору. Хряк и бык. Так, мы находимся в лагере. В безопасности. А мне нужен доктор. Вот доктор. Why are you still here? The last truck left days ago. He never gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his Моему другу плохо. Помоги ему. Ясно. Тогда иди за мной. Да не мне нужна помощь, им нужна помощь. Почему я должен идти за тобой? That thing in the cage looks like the one that bit me. You're looking at blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Hold up. I'm gonna turn into one of those things? Нужна определенная помощь. Она показывает, рассказывает, что это за зомби. You. Time to help your friend. Так, пора идти уже. Бегом. Take your flashlight and look for a sample case in there. Bring me whatever you find. А, принеси, что найдешь. Before а что нужно? We were learning all we could about blood plague. We found a cure that works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything.
Сколько здесь жмуриков, я понимаю. Так, мы взяли какое-то лекарство, забираем и пойдем отнесем. Это все жмурики. Did you find it? No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Это плохо. Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. Убирают с восточной стороны зомби. Будем отбиваться. Ну, конечно, без напарника. Ему худо. If you stay, I gotta stay. Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye, you know? Make it quick. We don't have much time. Hey, I need your help with something. That thing in the cage, it was a person once. Charlie and I? We were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Так, мне, походу, нужно прикончить твоего друга. Это вот этого. А поговорить нужно. Ну, давай поговорим, я не знаю. Ну, давай, возьмем оружие и убьем эту тварь, как я понимаю. А, взяли какое-то оружие. Ну, у меня, по идее... А, оружие. Все понятно. Так, меняем. За место ножика. А, вот так, огнестрел. Так, мы взяли. И прицелиться. Знаешь, довольно удобно. Не надо нажимать, знаешь, 1, 2, 3. Просто берем, прицелимся. Или просто удар, он сразу мачете берет в руки. Это очень удобно. Это... Врачу не хватало духа, чтобы убить этого друга. Раньше был друг, а теперь это зомбак. Ух. Извини. Так, все, уходим. Мы уходим на тачке даже. Someone's gotta come up with all our great plans. Thank you. Так, в чем проблема, друг мой? Hey, come over here for a minute. Yeah, I like that idea. Sure thing. Так, поговорите. В пункте назначения. It's not fair. I get that. Куда мы, интересно, поедем? I can get behind that. It's time to move. You drive, I'll ride shotgun. Так, садимся и поехали, друзья. Наверное, будем уже заканчивать на этом месте. Мы уже поедем куда-то за город, в город. Будем изучать этот мир уже на стримчике с вами. Все, друзья, есть в описании. Смотрите, какую игрушку играть на стримчике. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Будем выживать в эту игру, если проголосуете за эту. Спускайтесь вниз. И, конечно, пишите комменты, в какую игру нам поиграть на стримчике. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых роликов. Всем спасибо и всем пока.